Ну, а теперь несколько слов о ваших партнерах. Мне в жизни очень повезло. Я снимался с великолепными актрисами, актерами, среди которых особенно хочется выделить Жана Габена, с которым я снялся в картине «Обезьяна зимой» режиссера Анри Верноя. Это был прекрасный человек, работая с которым я каждый день узнавал для себя что-то новое. Я поражался, до какой степени он был естественным на съемочной площадке. Такой раскованности, пожалуй, не было больше ни у кого. Органичность в актерской профессии дается большим трудом, а у Габена она была врожденной. Играть с ним рядом для меня было просто счастьем. В театре мне очень нравился Пьер Брассер, актер несколько иного стиля игры, экспансивный, весь в движении, блестящий актер. Я играл с ним на сцене в спектакле «Укрощение строптивой». Эта постановка шла около года, и на каждом спектакле Пьер Брассер был для меня учителем сценического мастерства. Ему я обязан многим. И вот мы снова вернулись на сцену. Да, после 28-летнего отсутствия на сцене я снова в театре. Получилось так, что я был постоянно занят на съемках. И вот, став знаменитостью после многих картин, я подумал, что это не может продолжаться всю жизнь. Мне действительно повезло, и я постарался не упустить свой шанс. Удача в жизни, как любимая женщина, с которой хочется как можно дольше быть вместе. Но это всегда так трудно. Вот постучится удача к вам в дверь, ее надо впустить, обласкать и подольше не расставаться. А секрет успеха, я думаю, в повседневном актерском труде. В моей биографии был период новой волны, например, потом период кинокомедии, трюков. А сейчас я перешел на серьезных, зрелых мужчин, каким стал и сам. Теперь буду сниматься в таких ролях. Маршрут балования впервые дал мне такую возможность нового амплуа. И мне было бы крайне интересно узнать, как примет меня зритель в этом новом амплуа. Во Франции все было прекрасно, фильм идет с большим успехом, зритель меня принял. Значит, с револьверами и трюками покончил навсегда? Конечно, конечно. Револьверы я оставил в гардеробе, а от моих трюков мне останутся на память только отснятые кадры. Рабочий момент съемок фильма «Маршрутом балования». Вот что говорит Жан-Поль Бельмондо. Клод Лелюш не из тех режиссеров, которые дают актеру заранее написанный текст для того, чтобы он его произнес. Оговаривается сюжет, и потом актерам дается полная возможность импровизировать. Он даже иногда подсказывает реплики актерам. Ну как, все в порядке? Да. Эту сцену было бы очень трудно снять с актером, испытывающим чувство страха. Тут нужно полное доверие, не к животным, конечно, а к их хозяевам. И вот у Жана Поля есть это удивительное качество уметь доверять. Диким животным доверять нельзя, но восхищаться ими можно. Они совсем не так агрессивны, как нам это кажется. Просто у них особая реакция на опасность. Вот и все. Надо усвоить то, что они совсем не злые. Маршрут избалованной львицы. Я больше погружен в жизнь.